Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть драконы в саднике Олуха. Так, забираем с тобой 250 тусклого янтаря. И сегодня события будем проходить, про которые вы мне писали. На 3 заходки, да, друзья мои? 5 дней в запасе, 3 заходки, в принципе, сделаем на изи. Надеюсь на это. Так, что у меня тут беззубик принес? Ну, конечно же, 6 рун. Не 50, а 6 бухторез. Полетел он, короче, в бухторез. А мы с тобой... О, вот это я заберу, ребята. Слушай, вот эта штука мне нужна. Давай ее... Давай я, ребята, ее куплю. Я думаю, ты понял, для чего она мне нужна. Да-да, именно для открытия драку... Ох, нифига, в первый раз тебя, ребят, вижу, чтобы здесь выпала мне груша. Нормалек, я тебе скажу. Так, 1250, но у меня нету, поэтому я его не смогу сейчас прокачать. Этого тоже есть, пока не смогу отправить, ребят. Но это все дело поправимое. Ты же сам прекрасно понимаешь, что сейчас мы с тобой наберем и дерево, и все. Все, что нам нужно. И отправим его в любом случае. Так, иди в одиночку. Барсик, у тебя там что? У Барсика тусклый янтарь. Так, оружейная Астрид. Ну, пускай летит, ребят, бесплатно. В оружейку. Так, Сморкала. Сморкала, понятно, нам принес руны с Кривоклыком вместе. Давай вот сюда отправим его. И, естественно, Громгильда. Пак. Мне просто было интересно, что выпадет, пак или руны? Выпал пак. Ладно, неплохо, ребят. Ну что, этих гавриков я отправил. Всех. Так, ждем древесину. Сейчас, секунду, мы ее наберем. Сейчас мы ее наберем. Так, это вот туда. Этого сюда. Так, да, рыбы, конечно, ребят, очень-очень-очень мало. Вот шипотень. Блин, для 96 уровня 50 миллионов рыбы, ну, я даже не знаю, ребят. Много ли это, мало? Маловато, конечно, будет, если брать по общим меркам. Если, например, вон, 231, нормально? И мы его можем прокачивать, ребята. Но пока никак. Никак нам его пока не прокачать, потому что нет ресурсов элементарно. Это тоже 150 древесины, кстати, довольно неплохо. Кстати, сколько у него там? На 88 уровне, ребята, его еще качать, качать и качать можно. Сам понимаешь, да? Так, 450 рыбы. Давай. Сколько там тебе надо-то? 450 миллионов древесин, ребята, пока нет у меня такой возможности. Я, наверное... А, вот он даже как. Блин, ребят, нам надо громобой защитника прокачивать. Блин, не забыть бы. Так, этот за рыбой, этот за древесиной. Что ты мне тут принес? Показывай. Яйцо. Ну, это яйцо, по-моему, водореза. Давай так сделаем. Слушайте. Подожди. Что-то не помню, куда-то кликнул и забрал сразу награду. Так, ты за деревом полетишь. Тебя на отправку. Так, что я хотел? Я хотел, ребята, сделать следующее. Вот этого отправить за... Ой-ой-ой-ой, куда? Вернись, не то. Вот так я хотел его сделать. Его, кстати, тоже, ребята, надо прокачивать. Блин, он живодер. Живоглот какой-то. Столько требует под себя этих ресурсов. Мама, не горюй. А с другой стороны, фиг ли делать? Ну, если требуется, ребята, да? Если требуется, надо его снабжать. Так, что у нас тут? Че, все чисто, все тихо? Все сухо, как говорится, да? Действительно, все сухо. Ну тогда. Тогда вперед. Ну что, друзья, вроде бы как все сделал, да? Давай с тобой, наверное, пак заберем для начала. Да, это самый обычный арендовский пак, ребят, ничего в нем хорошего не будет. Начнем открытие и. Здесь. А почему всего три? Так. А,
уже новый сезон у нас начался. Так, подарок есть. И это листья. Слушай, ребят, я, наверное, листья сейчас потрачу. Но это... Мне все равно не накопить за сколько там, 4 дня. Я не накоплю, я буду, ребята, их тратить. Давай смотреть. Угу. Горчички, угу. Давай. Жалко, что еще на один не хватит пак. Ну тут что-то вообще как-то скромненски. Ну хотя по рунам, ребят, нормально вышло. Все, больше ничего не могу здесь пока сделать. Что у нас? Еще опавшие листья на рынке откуда-то были. Так, открываем пак. Бесплатный, загадочный. Громль, кревет, змеевик. Ну и тут малька ресурсов. Все, да? Ребят, хорошо, что я тогда эти все-таки фирму Яков не продал. Вы же мне написали, что... Что это, Рэй, не просто тебе украшение. Это нужное здание для викингов, блин. А я их там уже хотел сбагривать. Хорошо, и они не продавались. Так, ладно, а сколько у нас вот здесь стоит? А, тут нужен дракон, понял я. То есть мы с тобой не можем построить мостик, пока видели дракон этого, да? Не откроем. 480, блин, миллионов дерева надо. А дерево у меня все уже потрачено. А бремя гнильца, а почему гнилец сидит? Пускай летит. Он вроде как неплохо добывает. Также, в принципе, и мрачношип 202, ну давайте еще один левел ап. Пол левела, так скажем, вкачаем. Ну что, ребят, здесь вроде бы все. Я пошел тогда на события. Пойдем на события сходим. А где же, где же, где же? Так, подожди, мне надо еще фонарик найти. Хотя эти фонарики уже, ребят, без понт. Я вам говорил, что это нужно заходить каждый день. Хотя яйцо очень интересно, ребята. И я думаю, что там очень интересный был бы дракон, которого я, к сожалению, не увижу. Эй, фиг с ним. Ну что, ребята, у нас парящий сюрприз. Награда в конце у нас 250 рун. Я думаю, от рун мы с тобой не откажемся, да? Мы не такие, как говорится, зажравшиеся люди, чтобы отказываться от рун. Поэтому все будет как надо. Ну что? Зеленый чай с мятой великолепно тонизирует. Так, ну что, ребята, давайте начнем. Сколько у нас тут? Две волны, я так понимаю, да, будет? И что? И просто две волны. Этих сейчас разнесем. Единственное, что тут чудовище ужасное, но... Я думаю, оно слишком сильно борзеть не будет. Сделаем так. Добьешь? Красавчик. Так, здесь чудовище, так, змеевик и этот... Морозная тварь, или как ее там звать-то? Морозная тварь, по-моему. Ну давай ликвидируем ее, фиг с ним. Не будем на нее тут долго любоваться. Так, это сделал себе повышение атаки. Блин, плохо. Надо ее тогда как-то... Не получится, да? А нет, вышло, все хорошо. Друзья, вышло, мы ее забомбили. И теперь у нас... ужасное чудовище тут осталось одно. Давай хильнемся. Хотя это не обязательно, ребят. Последняя волна тут. Раз-два я общался, да? Ну что, добьем? Конечно, добьем. Вот так. Так, ребят, у нас первое колесо, которое мы крутим с тобой. И древесина. Хотел, конечно, получить плоды мудрости. 3 штуки, было бы намного интересней. И 600 тусклого янтаря. Хорошо. Ну что, ребята, два поединка у нас еще холостых будет.
Точнее, один холостой, и на вторую же поединок мы с тобой получим загадочный пак. По-прежнему две волны. И я смотрю, здесь сородич шепота есть и громобой. Оба они ни о чем. От слова совсем. И громобой это тоже не такой страшный, в отличие от собрата своего. Знаешь, как Бим и Бом. Два брата-акробата, вот типа того. Только здесь они как порознь. Да что ты еще сопротивляется, это посмотри. Так, ну этого штормореза можно не трогать. Вот начнем с этого. Зубастика. Какие у него, ребята, зубы, ты посмотри, а. Ужас. Просто ужас. Ну давай, что ты там будешь делать? А он Барсику понизил атаку, да? Это вот этот гаденыш там старается, понижает всем атаки, а? Ты посмотри на него. Шикардос. А здесь прилив сил. Вот это я уже одобряю. Потому что у нас, друзья, на самом деле не так уж много. Ни прилив сил, как говорится, ни плодов мудрости. Мы с тобой за последние игры поизрасходовались именно в плане этих вот бонусов. И нам бы не помешало бы, конечно, чтобы выпадали они почаще, чтобы как бы вернуть свой баланс 10 на 10 хотя бы, чтобы было. Для более тяжелых боев, которые будут в дальнейшем. Так, ну-ка. Ать, недобивка, а, получилось. Ладно. Два ужасных чудовища. Плюс Хоферсон. Да, они очень хорошая команда, если честно. Вообще не очень хорошая, ребят. Блин, на Барсика наехали, а? Он в Барсике сейчас будет, да? Ну, конечно же, когда же еще? Блин, по-моему, Барсику хана, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тройной фаербол. Просто испепелил его. Просто, ребята, испепелил его в наглую, ты понимаешь? Бедный Барсик. Он этого не заслужил. Ну что, друзья мои, еще раз крутим рулетку, и здесь нам выпадает древесина. Мало, конечно. Очень мало. Ну что, забираем с тобой загадочный пак, и у нас еще два поединка. То есть, получается, последней наградой у нас будет это 1500 тусклого янтаря. Насколько я помню, мы с тобой еще 400 где-то взяли. Итого будет 1800 и 200, надеюсь, у нас было. Я просто хочу, чтобы сразу на два блестящих янтаря заказ сделать. Так, две волны, и здесь он один. Интересно, что там мне такое. Вот оно что. Пещерный скалотряс. Ну да, тогда понятно. Так, два морозных. Блин, ну совсем чуть-чуть не добил. Он сейчас будет живакой делаться, ребят. Слушай, а не так уж и много. Ну, видимо, потому что на своего, как говорится, сородича напал. То есть одной стихией. Поэтому не такой большой урон. Если бы он, например, на Барсика бы попер бы, тогда да, Барсик бы бедный тут кричал бы и визжал бы, когда его жевали. Ну, а так Кривоклык выдержал, что я могу сказать. Ой-ой-ой, опять моему Барсику достается. Я не понимаю, почему такое происходит, ребят. Вот выживет он. Выжил. Тогда это замечательно. А тут что? Блин, рыба. Хотел, конечно, плод мудрости, две штуки, но что я хотел, это никого не волнует. Ну давай, поехали. Битва за 1400 тусклого янтаря. Сейчас будет происходить. Здесь у нас две волны. И по-прежнему два дымодышащих разных стихий. Ладно, не беда. Надо было опять же начинать с синего. А не с фиола. Понижение атаки. Это с помощью теневой атаки он сделал, ребят.
Этого распетрушили, и остается вот этот только дымодышащий. Ну, ему кранты сейчас будет. Тут у нас кто? Ага. Так, Хоферсон. Это фаербольщик Хоферсон и, значит, шторморез. Получается так. Угу. Что-то они на моего... На моего кривоклыка, ребята, начали бурагозить, я смотрю. Блин, это уже не смешно. Это уже не смешно. Блин, дай бы фаербол сейчас выпустит. Ага, еще и усиление атаки. Это надо, ребят, прекращать. Это надо прекращать. Этот почему-то переключился на Барсика у меня, не знаю почему. Ну что, добиваем его. Так, ребята, крутим колесо и смотрим, что нам достанется. Рыба. Блин, там плод мудрости 3 штуки, здесь было 2 штуки, но нам выпадает именно рыба. Ну что же, фиг с ним. Давай мне, пожалуйста, мой янтарь. Тусклый. Раз. Так, подожди, раз. А как у нас тут 2 награды сразу же? Ой, игра зависла. Так, прогрузилась, да? Значит, получается... Раз, два, три, четыре. Блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, друзья мои, на 3 заходки это событие. Правильно вы сказали. Так, ну что, давай посмотрим, что нам тут выпадет. Да ничего хорошего, как всегда, ребят. Шепот смерти, древоруб, опять экзотический шепот смерти. Ну и, конечно же, немножко ресурсов. Чуть-чуть. Так, ну-ка, сколько я могу зарядить? Вот, вот я про это и говорил, что 3 штуки, это вообще замечательно, ребят. И все, да? Иди. Ох, а это я как пропустил. Как-то я так просмотрел такой момент. Забираем дальше его обучать. Да блин, какой-то кипятильник еще выпендривается, ты прикинь. Будет мне тут еще выпендриваться какой-то кипятильник. Ну что, друзья мои, вроде бы как на сегодня все сделал. И, наверное, мы будем на этой ноте закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!